Доброе утро. Время 5:20 утра. То, что вот у нас сейчас происходит. Еще все спят. Я не поленилась встать для того, чтобы посмотреть, что происходит. И какая температура ночью в теплице. Такое, какая температура грунта в теплице, чтобы понимать, что ночью происходит. Вот. Взяла фонарик, потому что в теплице еще ничего не увидишь. Сейчас мы зайдем в теплицу, посмотрим, что у нас здесь. Ой, так, подсвечу. Ну, теплица в инее. Так, градусник тоже. Ох, им покрылся. Так, сейчас. -5 ночью. И это в самой теплице. Точно. Да-да-да. -5 в самой теплице. Так, земля тоже инеем покрыта. Ну, температура почвы +3 градуса. Почва +3 градуса. Если, конечно, накроем спангундом, она так остывать, земля не будет. Значит, можно будет посеять. В принципе, семена не должны захолодеть. Но это мои такие размышления. Вот. Значит, -5 в самой теплице, +3 градуса температура почвы. Потому что все-таки тоже думаю, что посадки делать рановато, но надо все-таки иметь какое-то представление и понимание, прежде чем что-то делать. Вот. Пойду чайку попью. На даче просыпаешься рано. На свежем воздухе спится хорошо. Крепко, но встаешь очень рано. Муж пока отдыхает. Все. Вот такая информация. Может быть, кому-то будет полезно. Вот. Так что на этом видео это все. Пока-пока. До встречи днем при посеве.